Площадка ожидания пассажиров. Такой подарок преподнесли выпускни 1977 года Крест-Хаджайской школе. В Тампонском районе на берегу реки Алдан теперь ожидание поездки стало комфортным. Подробности у Марии Винокуровой. 40 лет назад школу села Крест-Хаджай окончили 46 выпускников, 2 класса. В 2017 году эстафета добра вновь объединила их, но в этот раз памятную дату решено было отметить строительством площадки для родного села. Среди одноклассников нашли свои сварщики, архитекторы, строители, которые предусмотрели и навес, и широкие скамейки, и урны. Еще маленько доделаем, в следующем году, чуть-чуть. Может, отражатель поставим, вот. Красиво, чтобы было далеко видно было. Что долго стояло после нас память. Теперь пассажиры, ожидающие отъезда, могут укрыться от непогоды, посидеть, пообщаться. Сумма затраченных средств – 62 тысячи рублей. Каждый выпускник внес сколько смог, ведь все уже пенсионеры. А идейными вдохновителями проекта стали Алла Колесова и Афанасий Атаков. Есть много выпускников, которые кончили Крест-Хаджайскую среднюю школу. И вот этот почин, который мы начали, чтобы поддержали и другие выпускники, да? Доброе дело выпускников 1977 года уже находит отклик среди остальных. Многие тоже начинают задумываться о нужном подарке для родного села в свой юбилей. Почин выпускников 1977 года был поддержан тоже выпускниками 1985 года. И в следующем году они тоже обещали. Площадку видно издалека, которая уже стала своеобразным символом Крест-Хаджая, символом объединения и патриотизма. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.